Это грек. Нормально. В башке. Палкой. Очнись. Скорее всего, какие-то эти бандюганы пустынные. Как я рад, что ты жив. Ну, вставай. Нет, думал, ты лежишь на них. На чем лежу? В чем дело? Записи. Я географ. Кортесиус, рад встрече. Видно, нас ограбили. Да, красиво. Все, даже записи. А твой кошель на месте? Вот как. Мне не стоило странствовать по пустыне в одиночку. Позволяет графика видеокарты. Пусть молятся всем богам, чтобы записи были целы. Нам повезло, что мы живы. Что ты помнишь? Что помню? Помню удар по голове и топот лошадиных копыт, удаляющийся прочь. Должны быть следы. Подожди. Следы? Ты серьезно или шутишь? В этих записях вся моя жизнь. Годы и годы работы. Так, прочитает. Я ничто. Следы недавние ведут на юг. Я надеюсь, они не успеют скрыться в песках. Ну, конечно. Надейся. Так, пошли. Мой юный друг верблюд. Так. Это такая экипировка для скрытых задач. Воры направились к тем руинам. Так, пойдем найдем справедливость. Похоже, они ехали на этой лошади. Мне сюда. Похоже. Почему покинули? Я хотел сверху. Чего мы не покинули? А, здесь нету никого. Темнота, конечно, кромешная. В общем, разбираться будем. Кто-то выкопал здесь проход. Я Кто? Не пролезу. Должен быть другой способ. Закопал, скорее всего. Что такое? Так. Вот. Так, а как же? Не разберешься. О, ты чё, кто? Что здесь делает ребенок? Ты это кто опасно. Такой? Кто ты? Я ищу всякое для Анты. А ты что тут делаешь? Я Миджай. Ищу воров, которые поехали сюда. Видел кого? А, нет, никого он не видел. Ты тут один? Один. Нет, то есть, да, один. Чё-то он скрывает, пацанчик. Мальчик что-то скрывает. То один, то не один. Так, один песок. Земли почти нету, но удается. Уходи, тут ничего нет. Я тут просто копаю. А что, нельзя? Уходи, тут ничего нет. Мальчик неразговорчивый, так понял. Так, ключ ко всему. Где еще что-то? Стоп. Новые. Ты
Камешки можно. Залез. Главное, чтобы вылез. Так, еще один пацанчик, это тот же самый. А, это еще странно другой. Странно видеть, как ребенок играет в таком месте. Ой, ты это о чем? Я ищу украденные вещи. Ничего не знаешь? Да чего ты ко мне привязался? Да. Дитя, ты не виновата. Я пришел помочь. Ищи в пирамиде Микерина. Прости, мы сделали это для Анты. Уверен, что Анта хороший друг, но Гиза не место для такого безрассудства. Так, найдите предметы в пирамиде. В общем-то, нам сюда. Вот в это место. Как бы то ни было, но... 32-й левел уже набрал. Также здесь тоже нужно найти предметы и табличку секретную. В этой пирамиде. Наследие древних. Прости меня, Амон. Мне это нужно. А, вот еще вход. В общем, ясно. Хватает здесь всяких секретных комнат. Ух ты, это наша пирамида. Это наша пирамида! Пацанчик непростой. Да сколько же вас тут? Только мой брат, сестра и я. Не трогай их! Это я во всем виноват! Мне нужны записи греческого географа, которого ты ударил. Да. И заодно украл не мои деньги. Мы отдали все бандитам с холмов к западу от гробниц Химиона. Анта у них в плену. Ее не вернут, если мы не будем воровать для них. Анта? Наша защитница! Мы возвращались в Мемфис, когда ее похитили. Если не будем слушаться, они ее убьют. Они наживаются на детях. Какие мерзавцы. Собери всех и спрячьтесь получше. Даю слово. Я освобожу Анту. Так, ну это продолжение задания, я так понял. Но нужно еще найти табличку секретную. То есть нужно еще по пирамиде поискать кое-что. Вот еще вход. Это то же самое сверху. Так, а это что? Так, с
скорее всего, что там уже здесь. Так, здесь выше есть вход. Вот так, так, так. Не так все просто. Ну, просто, видимо, и не должно быть. Ну и как он там? По-простому, видимо, не должно быть. Но внутри оказалось пирамиды все. Шафрановый зал Микарина. Как интересно. Все ли это на самом деле как? То, что с богатством здесь всякие, это естественно. Святейшая богиня Хамербиретти, вторая мать царя. Даже написано Хамербиретти, вторая. Значит, была и первая мать царя Верхнего и Нижнего Египта. Так что и видит гора Исета, величайшая из всех, кто владеет скипетром, Хетас. Жрица, Джихути, жрица Балефа. Либо Пефа, непонятно. Возлюбленная супруга царя и дочь царя, почтенная госпожа. Всякие надписи. И здесь тоже. И вот это то, что нужно было. Эти надписи времен Старого Царства. Вот так вот. Зашел за одним, а нашел другое. Так, это к тому, что факел больше не потребуется. Вот она выход, где я думал вход. Все правильно теперь. Так, хорошо, но тем не менее нужно двигаться по основному заданию пути. Дети все отдали разбойникам, так что и записи Кортесиуса где-то здесь. Ни анты, ни записей. Должно быть, разбойники держат награбленное в своем логове. Тебе не... Эй, что? Тебе... Что? Сдохни, тварь! Что? В атаку!
Это какие-то гои вообще. Выпущу тебе кишки. Доспехов ничего у них нет. При себе просто какие-то сабельки, мечки, луки. Так, что это у них тут крокодил? Бегемот. Что здесь? Какое-то странное место какое-то. Анта собака. Собачка. Ты знаешь, куда идти? Угу. Пойдем. Так, вот это нужно наверх еще там запрыгнуть, да? Подожди, Анта. За задачи найдите. Ух ты, что-то прям на дощечке везет. Ну, Анта, ты тоже защитница. Радуешься, да? Скоро ты их увидишь. Пом-пом-пом. Я иду следом, Анта. Иди, иди, иди. Сейчас надо сюда кинуть. А туда, видимо, залезть. Что-то мне так кажется. Это как головоломка. Нужно положить... Еще сюда. Слив-перелив своего рода. Так, теперь... Так тебе, ассасин. Да, и туда, видимо, тоже какой-то ход... Но это не суть, это не важно, это не туда, это выход, это вход второго яруса, видимо. Скорее всего, нужно вот сюда. И вот сюда. Здесь у них самое все. Натащили все, что могли.
синхрон своего рода. Оружие, золото, артефакты, мечи, сабли. Эти надписи времен Старого Царства. Гробница почитателей Тота. Так. А вот еще вход можно было, видимо, отсюда. А может и нет, ну ладно. Все, молодец. Везде пропрыгал. К выходу. Же просил вас спрятаться. Я знаю, но мы виноваты и решили тебе помочь. Всадник такой большой, куда больше тебя. Всадник? Ты его не видел? Он из них всех самый страшный и еще сильный. Это он забрал у нас Анту. Возможно, записи у него. Использует, чтобы искать сокровища. Я видел его в руинах у пирамиды Хеопса. Я поищу всадника. А вы идите. Живо. Надо осмотреться у пирамид. Быть может, найду записи. Стоит ли дождаться вечера и встретить всадника у пещеры? Или отыскать его в Гизе, чтобы прекратить его бесчинство? Но!
вот и записи. Географ будет счастлив. Эй! Добрые вести! О, записи! О, Зевс, поверить не могу! Ты спас меня, Баек! Все хорошо? Бандиты не вернутся? Можете не бояться. И хватит бить людей по голове. Это и есть воры? О, спокойно, друг. Это было недоразумение. Их заставили. Этих детей нужно отвезти в Мемфис, так? Да, к дому Нефа. Там, где остальные дети. Я еще не нанес Мемфис на карту. Думал туда отправиться. Знаешь путь? Нет, но они точно знают. Чудно. Пойдемте же. В Мемфис? Да, конечно. Спасибо. Не забывай. Так, задание выполнено. Всех наказали, всех освободили.